Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Авиакомпании готовятся летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в июле. Появились первые подробности плана возобновления полетов. Российские перевозчики готовятся возобновить полеты на египетские курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в июле текущего года. Первоначально планируется запустить регулярные рейсы, а позднее чартеры. Российская и египетская стороны уже подписали все необходимые документы, регламентирующие полет, включая документы об авиационной безопасности. В частности, следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты аэропорта Шереметьево. В соцсетях распространяется документ, согласно которому правительство Российской Федерации поручило Минтрансу, МИДу и Росавиации проработать вопрос о формировании расписания рейсов между российскими аэропортами и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Срок исполнения до 1 июля. Скан документа за подписью первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова имеется в сети. Источники в авиационной отрасли подтверждают, что полеты могут начаться в ближайшее время. Однако главная интрига на данный момент – формат возобновления рейсов. Есть вероятность, что сначала будет разрешено только регулярное авиасообщение из нескольких городов. Последнее решение в этом вопросе остается за российским оперштабом. Авиакомпании, стремясь занять квоты на полеты в Египет, подали в конце мая запросы на допуски из максимального числа городов. Однако Росавиация во всех допусках отказала. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.